Всем привет, приветствую вас на YouTube-канале «Наследство монет». Рассмотрим серию выдающейся личности Украины, монеты Украины, с медно-никелевого сплава. Монета. Монета Григорий Квитка, Основьяненко, номинал 2 гривны, 2008 года, описание и стоимость монеты. Посвящена писателю, культурно-общественному деятелю, основоположнику жанра социально-бытовой комедии в классической украинской литературе, самыми известными произведениями которого являются «Конотопская ведьма», «Сватовство на Гончаровке», «Панхалевский», «Шельменко-денщик» и тому подобное. На аверсе монеты вверху размещен малый государственный герб Украины, надпись полукругом «Национальный банк Украины», изображен типичный для востока Украины вид города 19 века, внизу надпись 2 гривны, год чеканки монеты 2008, справа и логотип монетного двора Национального банка Украины, слева. На реверсе монеты изображен портрет Квитки Основьяненко и размещены надписи «Григорий Квитка Основьяненко» вверху полукругом 1778-1843 внизу. Рыночная цена на 3 июня 2020 года монеты. $3 США. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, жмите колокольчик и подписывайтесь на мой канал.